К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили, как зубные пасты влияют на здоровье человека. Представители научного мира считают, что зубная паста способна спровоцировать рак кишечника, так как в ней содержится триклозан. Именно это вещество может вызвать воспаление толстой кишки, пишет издание «Актуальные новости». Авторами исследования стали специалисты из штата Массачусетс. Опыты проводились на мышах. Каждому из животных делали инъекции триклозана. Вещество провоцировало у них воспаление толстой кишки, а потом уже по ней распространялись раковые клетки. Исследователи также установили, что триклозан может изменить состав микробиома кишечника. Опасность для человека могут представлять даже самые обычные средства бытовой химии. Рак кишечника является злокачественной опухолью. За последние несколько лет количество тех, кого поразила эта болезнь, значительно увеличилось. По мнению экспертов, это связано со стремительной урбанизацией привычного образа жизни. Хочешь знать больше? Подпишись на наш блог в Яндекс.Дзен, мой профиль, редактировать профиль, создать свой виджет о сервисе, выход загрузить из интернета, добавить изображение, загрузить изображение и войдите через социальную сеть или анонимно войти как гость разрешить. Публиковать, комментировать новые, новые, лучшие, ранее, новые, лучшие, ранее, подписаться, поделиться, новые комментарии. Никто еще не оставил комментариев, станьте первым. Следующие комментарии.